The lamrim graded stages are referring to three levels of motivation that we uh, develop. One, based on the uh, each one based on the next. Uh, lamrim, то есть этапы пути, состоит из разных уровней, каждый из которых основан на предыдущих. So the first level, the initial level motivation, is to uh, Think to benefit our future lives, to uh, avoid worse rebirths, and to get one of the better rebirth uh, states, and in particular to continue having a precious human rebirth so that we can continue the practice. И первый уровень это нижний уровень мотивации, означает что мы заботимся о своих будущих жизнях, мы не хотим переродиться в плохих уделах и э, хотим переродиться в благоприятных для того, чтобы продолжать в, ча э, в частности э, в мире людей для того, чтобы мы могли продолжать нашу практику. В когда мы говорим об этой мотивации, мы пытаемся э, выйти за пределы

Not just uh, avoid worse rebirths. Uh, средний <coughs> уровень мотивации означает что мы стремимся uh, преодолеть перерождения в целом, uh, не только худшие перерождения, но любые. So we're turning away from any type of so uh, rebirth, although while we are continuing rebirth, obviously we want to uh, uh, make progress. То есть в конечном счете мы стремимся к тому, чтобы полностью избавиться от перерождений, но до тех пор, пока мы этой цели не достигли, пока мы продвигаемся к ней, очевидно, мы будем перерождаться. So uh, то есть на этом uh, среднем уровне мотивации мы стремимся к освобождению. И с уровнем мотивации мы стремимся состояния Будды, чтобы мы могли as much as is possible. Третий, означает, Будды, uh, того, помочь, uh, возможно, so, we're turning away from having our primary interest just in terms of benefiting ourselves, although obviously on the path to reaching the point where we can benefit others, the fullest we have to improve ourselves. То uh, есть мы отворачиваемся от uh, принесения пользы только лишь себе, хотя, разумеется, на пути к этой цели просветления мы развиваемся сами. Now, in the uh, intermediate scope, with that intermediate scope, the uh, first thing that uh, we need to uh, think of, and, then we'll look at uh, what is the benefit of this in our uh, practice и если говорить о среднем уровне мотивации первый шаг первое с чего нам нужно здесь uh, начать и потом мы посмотрим uh, как это повлияет на uh, нашу тантрическую практику и поможет избежать определенных ошибок если у нас не будет этого первого шага итак первое первый шаг это те трудности с которыми мы сталкиваемся в высших uh, мирах, в высших рождениях, uh, будь то человеческое рождение или uh, многочисленные uh, виды рождения в многочисленных мирах божеств. Now, the initial scope, we really wanted to get rid of the suffering of unhappiness, the gross suffering of uh, terrible rebirth, pain, and so on. Uh, когда мы говорим о низшей мотивации, то мы стремимся избавиться от uh, грубого страдания, то есть от боли, несчастья и так далее. Here we want to uh, uh, view or, or learn to be able to view and to recognize our ordinary type of happiness as yet another form of suffering. Because our ordinary happiness doesn't uh, last It's unreliable we have no idea what uh, we're going to feel like next.

например если мы uh, едим нашу любимую еду uh, то казалось бы чем больше мы съедим тем более счастливыми мы должны бы стать но это не так и в какой-то момент наступает uh, такое что uh, мы уже чувствуем несчастье какое-то неудобство uh, когда мы насыщаемся structure That uh, one of the aspects of it is making offerings. Видели, садханы, and when we make offerings, we uh, imagine if we're making offerings to others that it brings them happiness. And if we're making offerings to ourselves in one of these Buddha forms, we imagine that we experience these uh, happiness, we enjoy them with. И когда мы делаем подношения, uh, мы их или делаем другим, и представляем, что они испытывают счастье, или мы делаем их uh, сами себе, представляя себя uh, в это время в uh, форме медитативного образа uh, Будды, и также испытываем счастье <coughs> от этих подношений, и вопрос, какое счастье мы испытываем? And what uh, we, uh, Uh, want to accomplish with this uh, uh, thinking here on the intermediate scope is that uh, we're not aiming here, we're thinking in terms of ordinary happiness. We recognize that ordinary happiness is a form of suffering, changes and uh, doesn't last, it's not satisfying and so on. и на среднем уровне мотивации мы понимаем что обыденное счастье на самом деле не является счастьем, поскольку uh, поэтому, so this is uh, quite important to have uh, a correct uh, understanding of what is the type of happiness that uh, we're aiming for here. It's the happiness of being free from all disturbing emotions, being free from all the, you know, obscurations of the mind. That is quite a different uh, type of happiness. Than our ordinary happiness. И очень важно понимать, к какому виду счастья мы стремимся. Uh, мы стремимся к свободе от всех беспокоящих эмоций, от uh, омрачений нашего ума, и uh, это совсем другое счастье, нежели наше обыденное счастье. Когда причины для несчастья исчезают навсегда, то счастье, которое мы испытываем, тоже длится навсегда и не теряет силы когда мы навсегда устраняем а, причины нашего несчастья, то а, в результате этого мы а, обретаем счастье, которое также длится вечно и никогда уже а, не угасает. Whereas if our ordinary our happiness is based on just some condition that doesn't last, like getting a certain type of food, then, of course, when we don't have that food, we're unhappy, and if we have too much of it, we are also unhappy. So, Quite a different type of happiness, isn't it? Uh, это совсем другое uh, счастье по сравнению с нашим обыденным счастьем. Uh, например, если мы съедим uh, нашей любимой еды слишком много, мы чувствуем несчастье, и точно так же, если uh, у нас ее нет, если мы не можем ее поесть, мы также несчастливы. So if we're just aiming for ordinary happiness with our uh, tantra practice, then it's going to be very you know, it's just an it's a superficial escape from being unhappy. in other words, you know, i will just sit here in this meditation and think of everything being nice, everything being perfect, and i'll feel happy. but doing it too long, like eating too much of, our, of a favorite food, becomes unhappy. We, we become bored with it. and we finish our meditation, we're unhappy again. <laughs> Обыденное счастье. Мы тогда сидим и представляем различные э, чистые миры и думаем, что все совершенно, все очень хорошо. Э, но, стараясь обрести такое обыденное счастье, э, в конце концов э, мы присущаемся, нам эта практика надоедает, мы заканчиваем медитировать и мы снова несчастливы. То есть э, такая практика будет просто побегом из нашего обычного несчастливого состояния. And also... In uh, the highest class of tantra, we are trying to focus on voidness with a blissful awareness. So, what kind of blissful awareness are we talking about? We're certainly not talking about ordinary happiness. И также мы говорим в, когда речь идет об отношениях, что нам важно блаженное осознавание. И определенно под этим блаженным осознаванием мы не имеем в виду наше обыденное счастье. So when we are trying to imagine this blissful awareness, which is uh, what we would do in the uh, early stages, it's important not to think of it in terms of our ordinary type of uh, happiness. That it is quite a different quality. It's the happiness of being parted from all these obscurations, not more. just the happiness of getting, you know, some nice food or some nice, uh, you know, physical sensation. Поэтому, когда мы на начальных этапах практики uh, пытаемся представить, что это за блаженное осознавание, uh, очень важно uh, не представлять его как наше обыденное счастье, когда у нас достаточно uh, хорошей еды или у нас какие-то приятные uh, физические ощущения. И также важно испытывать это блаженное осознавание без привязанности к нему, поскольку к обыденному блаженству и счастью мы обычно привязываемся. Type of, uh, deities in these god realms. И uh, также одно из uh, возможных значений uh, слова uh, божество, божество или

Точно так же мы не имеем в виду, когда говорим особенное или исключительное божество, что это uh, божество, которое просто превосходит других uh, менее выдающихся. And so, uh, we that these uh, мы понимаем, что uh, эти образы являются... Because you see, if we haven't focused on this intermediate level on the suffering of God realms, then we could easily make the mistake of viewing these Buddha figures, especially when we are focusing on them in front of us, as a type of God. И если у нас на среднем уровне мотивации uh, не будет понимания uh, страданий мира богов, возможно, мы будем воспринимать uh, эти образы Будды uh, как богов, особенно если uh, мы визуализируем их напротив себя. And if not a god, at least a saint. Или, если не богов, то во всяком случае святых. So, then we pray to this saint or this god. И мы молимся этим богам или святым, просим защити меня, дай мне то или другое. Но в этом случае мы скорее поклоняемся Богу или божествам, а это уже не буддийский подход. No. <laughs>

again, are we just praising a god like uh, we might do in some other religions? You know, oh, saint tara, oh, god, you know, avalokiteshvara, you're so wonderful. grant me everything that i wish. sometimes it sounds like that, doesn't that? doesn't it? например, святая Тара или святой Авалакитя Шивара, вот у вас такие чудесные качества, даруйте мне то, что я хочу. Иногда это звучит именно так, не правда ли? But, uh, it's not like that at all. Но это совсем не так. What is the point of these praises? А какой смысл этих молитв? Действительно ли Будду беспокоит, молимся мы ему или нет? Конечно, нет. One of the qualities of a Buddha is that uh, if you're ready and receptive for a Buddha's help, a Buddha will help you regardless of you know, whether you make offerings, whether you praise him or anything. Одно Buddha has perfect equanimity. we Buddha. Нас будет uh, вести по пути, независимо от того, делаем мы uh, подношения или читаем молитвы, поскольку он относится к каждому существу uh, беспристрастно. When we offer praises, what we're doing is uh, remembering the good qualities of these various figures of Buddhahood, uh, in order to be inspired by that, to achieve that, and also to rejoice. Rejoicing is emphasized very much. Когда мы перечисляем в молитвах различные качества uh, божеств, то uh, мы uh, в получаем вдохновение достичь того же самого, и мы радуемся тому, что они достигли, uh, и на этой радости делается очень большой акцент, то есть мы думаем, что uh, поскольку эти божества или... Uh, какие-то там учителя уже достигли uh, этих качеств, мы точно так же можем их достичь. So, meditating on the suffering of the God realms and such, et cetera, is helpful for us to avoid the mistake of viewing these tantric deities, these figures, as just a, another form of gods. Uh, итак, понимание страданий в мирах богов позволит нам не воспринимать этих uh, медитативных uh, образов Будд или божеств uh, как еще одну разновидность богов. Then the next thing that we do is, uh, uh, look at the emotions. Uh, еще один шаг uh, – это когда мы рассматриваем наши беспокоящие эмоции. Uh, basically, in terms of Second noble truth, true cause of suffering. Очередь, истины, uh, the full form, what we are looking at here in the intermediate scope of the four noble truths. True suffering, cause of suffering, stopping of it, and the path the mind that will act as a pathway, the understanding that will act as a pathway to bring about that true stopping, and that results from that stopping. Итак, из, uh, Uh, истинных uh, страданий, истинных причин страданий, uh, истинного прекращения и истинного uh, пути, который приведет нас к прекращению страданий, uh, мы здесь рассматриваем вторую, uh, то есть uh, причина uh, возникновения этих страданий и также их результат. happiness, and We need to uh, look at the third type of suffering, the all-pervasive suffering, which is a whole mechanism of rebirth, which uh, gives us, again and again, a type of body and mind that will be the basis for the first two types of suffering. И когда we говорим о страданиях, we имеем в виду страдания uh, боли и несчастья, также страдания нашего обыденного счастья. И uh, также нам следует рассмотреть третий тип страдания, это всеобъемлющее uh, страдание, а именно uh, постоянное перерождение и тело и ум, uh, которые служат основой для этого перерождения. So after looking at the suffering of these upper realms, these better rebirth states, we look at the suffering of samsara in general, and then, so the first noble truth, and then we look at the true cause for them, and first we look at all these disturbing emotions.

Поскольку именно от них зависят положительные и отрицательные кармические потенциалы, uh, отрицательный кармический потенциал появляется из разрушительного поведения, и он приводит к, uh, непри, к, к неблагоприятным перерождениям в сансаре. Uh, положительный потенциал, но смешанный с непониманием реальности, приводит нас к перерождению в высших. Uh, приводит нас mm, uh, положительный кармический потенциал приводит нас к, к созидательным действиям, но смешанным с неправильным пониманием реальности. И из-за этого мы рождаемся в высших uh, мирах Сансары, но в обоих случаях мы по-прежнему остаемся в Сансаре. So we act destructively because of disturbing emotions, and that's based on, on awareness of reality. We, uh, мы действуем разрушительно из-за беспокоящих эмоций, и uh, это происходит из-за нашего неосознавания реальности и неосознавания причин и следствий. And within the context of samsara, we, when we act constructively, we still are based, uh, you know, behind that is unawareness uh, uh, of how we exist. So it could be mixed with a little bit of destructive emotion, disturbing emotions, but Could also not be mixed with them, but still there's the unawareness in terms of how I exist, how you exist, etc. You, who I'm helping, who I'm being nice to. созидательных действиях, которые тем не менее смешаны, которые приводят к рождению в высших мирах сансары, они могут быть смешаны или с беспокоящими эмоциями, или даже могут быть свободно беспокоящих эмоций, но у нас по-прежнему возможно остается неосознавание, неосознавание того, как существуем мы, или, например, тот человек, которому мы помогаем. И в момент смерти эти положительные и отрицательные кармические потенциалы uh, будут активированы uh, из-за беспокойщих эмоций и неосознавания и именно из-за того, что это происходит, мы оказываемся в высших или э, низших перерождениях сансары. So, now on this intermediate level, we need to think in terms of uh, disadvantages of these disturbing emotions and the various methods for overcoming them. This is the true cause of suffering: these disturbing emotions and underlying them are unawareness. И на среднем уровне мотивации мы размышляем об этих беспокоящих эмоциях и о тех методах, с помощью которых мы можем устранить наши беспокоящие эмоции. То есть мы э, направляем внимание на истинную причину страданий, и э, этой истинной причиной являются наши беспокоящие эмоции и лежащее за ними неосознавание реальности. Неосознавание. What should we say? Quieting down and weakening the force of our disturbing emotions before we get involved with tantra. You don't have to wait till you're free from them completely, then you're a liberated being when you're free from them completely. But you really have to have worked on them quite hard before we can practice tantra effectively. И, uh, Эмоции, хотя бы в какой-то степени, это не это не значит, что мы должны уже полностью их устранить, потому что uh, такое uh, достижение означает уже состояние архата. Но во всяком случае мы должны проделать уже значительную работу по их устранению для того, чтобы заниматься практикой тантра эффективно. Why? Почему? On the path of tantra, we might have heard of this, uh, that uh, we Uh, use disturbing emotions as part of the path. Тантры, вы, наверное, слышали, пути, now, you have to already have made great deal of progress in overcoming these disturbing emotions before you could ever use them without the danger of getting carried away by them and really getting disturbed and uh, acting destructively. Но no, uh, очень важно до начала этой практики uh, уже произвести определенную работу по преодолению этих беспокоящих эмоций, uh, потому что в обратном случае есть очень большая вероятность, большая опасность, что мы будем просто uh, переполнены этими эмоциями, настолько пытаясь заниматься этой практикой, что только лишь накопим uh, новую отрицательную карму. So, we want to use Anger, naivety, the path. Итак, uh, you can say pride as well. Uh, uh, gnev, желание, на, uh, so, with desire, we have a lot of imagery in Tantra, which is sexual in nature. Often, are imagining ourselves as a couple in union. Uh, что касается использования желания на пути, то многие образы, использу... используемые в тантре, uh, имеют uh, сексуальный характер, и в частности мы можем представлять себя в виде uh, пары в союзе. Now of course, couple is mother and father representing uh, mother is the understanding of voidness, the wisdom side, the father is the uh, method side. Uh, there's that level. I mean, we're not talking about masculine and feminine here. Uh, да, безусловно, когда мы говорим об этой паре в союзе, uh, мы имеем в виду отца и мать, и под отцом имеется в виду метод, а под матерью мудрость, то есть здесь не имеется в виду мужское и женское начало. Точно так же, как союз матери и отца приводит к рождению ребенка, uh, союз метода и мудрости Uh, but there is this sexual component to it, and the sexual component it helps us to generate a blissful state of mind. We get turned on, and then we can use that blissful state of mind to help get the consciousness, the mind, more and more subtle. We can use it to have a more stable and subtle understanding of voidness. И да у этого изображения есть сексуальный аспект, но он нужен для того, чтобы мы как бы включились, то есть чтобы у нас возникло некое ощущение блаженства, но мы используем его для того, чтобы проникнуть на более и более глубокие уровни нашего ума и более глубоко познать пустотность. То есть это состояние блаженства оно не должно быть беспокоящим. Uh, so, we use the as it says in the text. You use the disturbing emotion, desire, to get rid of desire. So, we, you know, when you're already not so much danger that you're going to get carried away by the desire, then you use it to generate this state of mind, this blissful state of mind, which, with the understanding of voidness, will get rid of all desire completely. Как говорится, Very как говорится в текстах, мы используем желание для того, чтобы избавиться от желания. То есть мы стараемся, чтобы это желание, которое у нас возникает, не стало беспокоящим, и чтобы это блаженство привело нас к более глубоким состояниям ума, чтобы мы познали пустотность, и благодаря этому избавились от беспокоящих эмоций. То есть это такой очень тонкий процесс. И, конечно, очень важно. Uh, не привязываться к этому состоянию блаженства, потому что если мы сделаем из него uh, такую прочную, реально существующую uh, вещь uh, и привяжемся к ней, то каким образом мы сможем развить uh, состояние uh, ума, которое познает пустотность? Anger. energy. now in many of these uh, tantric practices we are visualizing ourselves as forceful figure forceful deity sometimes translated as wrathful deity wrathful you have to be careful of the connotation of that so i use forceful instead в некоторых практиках мы представляем себя в виде мощных или сильных божеств. Uh, часто это слово переводит как гневные божества, но uh, я думаю, что здесь uh, можно легко uh, ввести, войти в заблуждение, поэтому я вместо этого использую uh, термин uh, мощные божества. Wrathful in English has a little bit of the connotation of punishing somebody, and we're certainly not punishing here. Uh, слово, redful, имеет, uh, but when we are imagining ourselves as one of these forceful figures with all the flames and the fangs and you know, really strong, what is being rejected here? What is the focus of this? are our, our disturbing emotions, our selfishness, all these things. You know, our attitude is: stop treating yourself as a baby. Stop acting like this. Just stop it. Cut it out. We're very, very strong, and we need that. You can't treat yourself like a baby when you're trying to uh, reach enlightenment. Doesn't mean that you push yourself too hard, but or that you know I'm no good and I have to beat myself. But this really strong energy. Когда мы представляем себя в виде этих мощных божеств с пламенем вокруг, с клыками, излучающими такую очень сильную, мощную энергию, мы направляем это, всю эту энергию на наши беспокоящие эмоции и эгоизм. Мы понимаем, что мы не можем вести себя как малое дитя или относиться к, тебе, к себе как к младенцу что это не поможет нам достичь просветления. С другой стороны, мы, конечно, и не должны себя, на себя там давить, себя чрезмерно насиловать. Важно относиться как, как бы к себе да, серьезно, без крайности впадания в младенчество, но и без, как бы это сказать, без... Мы не должны прилагать усилия, на которые мы на самом деле не способны, и также uh, нам не следует наказывать себя. То есть, когда мы представляем этих гневных божеств, мы не имеем в виду uh, какое-то наказание. So, if we haven't made great progress already in overcoming anger, then, of course, we really get angry and we could, you know, get into mentally beating ourselves. I'm no good and uh, like this, which is uh, certainly not helpful at all.

И эти состояния, если мы их развиваем неправильно, могут uh, появиться и в нашей повседневной жизни. Например, мы можем начать uh, испытывать желание по отношению к другим людям, uh, если нас uh, они приводят в такое uh, включенное состояние, то есть uh, заводят нас в некотором смысле. И наоборот, если мы нетерпеливы по отношению к чужому гневу, мы можем начать гневаться на них, на их гнев. And if we're doing если мы занимаемся этими практиками в контексте махамудры, то есть пытаемся достичь uh, тончайшего уровня ума, then If, the, uh, if we have this, uh, the way that we're using disturbing emotions on the Tantra path, if we have this uh, desire or this uh, force, this uh, anger, the mind becomes more intense. The more intense the uh, mental activity or the mind is, the easier it is to recognize its nature. The nature of the mind. Там эти практики используются для того, чтобы распознать природу ума, поскольку uh, у этих эмоций, у uh, желания или у гнева есть uh, большая сила, и мы можем направить ее на распознавание природы ума. But if that disturbing emotion really is disturbing, if we haven't uh, uh, uh overcome it in the sense of getting carried away by it, then of course you're never going to recognize the nature of the mind in that state of uh That state, we're just going to be disturbed. Но если мы еще не преодолели эту беспокоящую эмоцию и uh, она нас может переполнить, то, конечно, мы не сможем uh, увлекаемые этой беспокоящей эмоцией распознать природу ума. And as for using naivety on the path, naivety, remember, is not knowing or knowing in an incorrect uh, way. Что же касается использования наивности uh, на тантрическом пути, и под наивностью мы понимаем, опять же, или незнание или неправильное понимание. Actually, we talk about unawareness and we talk about naivety. We're talking about the same disturbing state of mind, except naivety is that uh, unawareness when it accompanies a destructive state of mind. When it's const разница в терминах неосознавания и uh, наивность в том, что хотя это в принципе одна и та же беспокоящая эмоция, если она появляется сама по себе uh, или в, вместе с uh, конструктивными созидательными состояниями ума, то мы не называем это наивностью, а говорим о неведении. Uh, если же у нас uh, присутствуют uh, одновременно разрушительные состояния ума, Это, uh, but in any case, if we speak in general here, we want to, as I said, uh, stop all our ordinary appearances, our samsaric appearances, and get to a subtle state of mind, the subtle state of mind that generates these appearances, and then from that subtle state, generate pure appearances. Итак, в тантрической практике мы стремимся к тому, чтобы добраться до тонкого уровня нашего ума, который обычно создает обыденные видимости и прекратить. Это создание обыденных, нечистых видимостей. И вместо этого сделать так, чтобы наш тончайший ум начал создавать uh, чистые видимости. То есть в некотором смысле мы uh, пытаемся закрыть, uh, пытаемся прекратить, отгородиться от этих обыденных видимостей. То есть мы как бы говорим, я не хочу uh, знать, не хочу иметь дело с этими обыденными видимостями, и мы сосредотачиваемся только на чистой видимости. Точно так же, когда мы стремимся достичь тончайшего состояния нашего ума, мы стремимся не знать, не познавать более грубые уровни нашего ума, которые создают беспокоящие эмоции и концепции. Соответственно, мы опять же отгораживаемся, мы uh, блокируем эти более грубые уровни ума точно так же, как uh, наивность старается заблокировать что-либо. not complete not knowing because we understand the nature of it, how it exists. We understand the voidness of this uh, ordinary level. It's not just that we are putting up a wall and not dealing with it, and you know by not understanding it or anything like that. So it's not if we haven't made progress in overcoming. И в данном случае uh, мы не просто отграживаемся от этих uh, нечистых видимостей и говорим «я не хочу иметь с этим дело, я хочу от этого uh, сбежать», мы познаем их природу, поскольку мы познаем пустотность. Если же у нас нет достаточного если мы еще не преодолели в той или иной степени нашу наивность, то наш метод может деградировать как раз до бегства от реальности когда мы говорим я не хочу иметь с ней дело с вот этой обыденной реальностью. On this uh, pure appearance, it's the same word as pride or arrogance. But if we haven't overcome to a certain level our usual arrogance, then we're very proud. You know, oh, I'm so wonderful, and we uh, hold on to uh, ourselves as this deity is being solidly real, and this is really me, and I'm better than everybody else. So you have to be very careful to overcome pride in order to be able to use pride. И точно так же с гордостью у нас в этой практике есть то, что называется божественной гордостью, когда мы обозначаем эту чистую видимость божества как «я», но это не обыденная гордость. Опять же, нам не нужно, чтобы это деградировало до обычной гордыни, хотя мы используем то же самое слово, например, «гордость» или «высокомерие». Обыденная гордыня, то есть когда мы будем считать что вот это божество, это наше и есть подлинное я, оно существует uh, прочно, реально и, конечно же, я лучше других. Then next thing in the intermediate level is when we understand all of this you know, suffering, causes of suffering. We have to understand, of course, that it's possible to achieve a true stopping of the mind of all this uh, uh suffering and its causes. And then we have renunciation. Итак мы рассмотрели uh, истинные причины наших страданий, сами эти, сами эти страдания и мы обретаем уверенность, что от этих страданий можно освободиться, можно достичь их полного прекращения. И uh, далее следующий шаг в uh, среднем уровне мотивации это развитие отречения. Uh, когда мы говорим, да, я определенно хочу избавиться от этих страданий, но это не просто uh, какие-то благие пожелания, мы действительно убеждены в том, что этого достичь можно, возможно. So, what are we determined to be free of? It's not just uncontrollably recurring rebirth. That's difficult enough to really sincerely want to be free of that, which absolutely is necessary here. We're going to get rid of death, bardo, and rebirth. И от чего мы хотим освободиться, это от перерождений. Uh, поэтому в практике мы, uh, мы мы понимаем, что именно от перерождений нам нужно освободиться, что этого достаточно для того, чтобы освободиться от всех страданий. И поэтому в практике мы стремимся освободиться uh, или прекратить смерть, but, бордо и перерождение. But we have to be ordinary appearances that our mind makes things appear in the ordinary way that it, everything appears to us as if everything was encapsulated in plastic just existing there on its own in a form that just you know we're confused about Us so we're attracted to some and we're repelled from others and others we ignore etc that we're determined to be free of and are grasping for all of this to exist in the way that it uh, appears И мы стремимся освободиться от наших обыденных видимостей, которые создает наш ум. Именно на это направлено наше отречение. То есть от этих невозможных способов существования, якобы все существует именно так, как представляется нашему уму, как будто все явления существуют отдельно, независимо друг от друга, словно бы в пластиковой упаковке самодостаточно, потому что когда мы видим мир именно таким образом, мы начинаем чувствовать привязанность к одним объектам, чувствовать отвращение от других, мы игнорируем третьи, и uh, именно вот от этих обыденных видимостей мы и стремимся здесь избавиться. Именно на них направлено наше отречение. И мы не просто отрицаем uh, эти обыденные видимости, не просто говорим, что их не существует, поскольку другие существа продолжают воспринимать мир именно с точки зрения этих обыденных видимостей. Uh, мы стремимся к тому, чтобы... Uh, мы сами наш собственный ум прекратил их создание этих обыденных видимостей, чтобы он прекратил считать, что вещи существуют так, как они нам кажутся, и достичь этого довольно трудно, но тем не менее без этого Без so without, without that renunciation, then we want to still have our minds produce this, this, uh, these deceptive appearances, and we're still grasping onto it as if it were real, and we're just projecting onto it these pure appearances, which we're also grasping at as real. So the whole thing becomes, what should we say? Really just a thing for deepening our samsara, just a practice for deepening samsara. We're just doing it on two levels now: ordinary appearance and pure appearance. Grasping at both. И если мы не перестанем цепляться за эти uh, нечистые видимости, uh, то есть если у нас не будет отречения от них, uh, и мы начнем без этого uh, создавать, пытаться создавать какие-то чистые видимости, то это приведет просто к углублению uh, нашей сансары, просто теперь она будет на двух уровнях, и мы будем uh, держаться, хвататься за оба. when we get out i want to be back into my ordinary life because that's what really i believe is true we believe that our ordinary life with the appearances of this one is so attractive and this one is so repulsive and they just exist on their own but mm -hmm. uh, this is true reality and the other thing is sort of nice thing that we do in meditation Возможно, мы делаем медитацию, представляем там различные чистые формы, и нам кажется, что все замечательно, они прекрасны, потом мы из медитации выходим и думаем, мы не хотим возвращаться к нашей повседневной жизни, потому что мы относимся к повседневной жизни как к реальности, мы воспринимаем совершенно... Uh, реально наше влечение к одним объектам, отвращение от других объектов, мы за это цепляемся, а медитацию мы считаем чем-то uh, таким, не имеющим особого к этому отношения. Of course, we can go to the other extreme, which is to think that, you know, the ordinary way in which uh, things appear and so on, uh, because it doesn't correspond to anything real, that none of this exists, and take that really literally, and so we ignore everybody else who's

совершенно несуществующие, поскольку они не соответствуют uh, реальности, Соотве мы думаем, что их и вовсе нет. И в этом случае это может быть опасно для нашего сострадания, uh, потому что мы будем видеть существ, у которых uh, ум uh, создает эти нечистые видимости. Мы, допустим, сами от них освободились, uh, но мы не считаем других реальными, потому что мы думаем, что uh, все обыденное, что мы воспринимаем, оно не существует. Сострадание then, мы не чувствуем. Then with this renunciation... Далее, обладая отречением, мы переходим к трем тренировкам или трем упражнениям. Uh, это uh, этическая дисциплина, сосредоточение и распознавание. Without discipline, we certainly can't do the practice. Без дисциплины мы определенно практиковать не можем.

Work with uh, all these uh, very complex visualizations, and especially for working with the subtle energy systems. Точно также нам необходимо и концентрация или сосредоточение, как для работы с визуализациями, так и особенно для работы с тонкими тонкой системой, тонкой энергетической системой нашего тела. Now, certainly through tantra practice, we can develop, you know, uh, complete concentration. But to start with no practice of that whatsoever is going to be very difficult. Uh, да, практики, вообще, бы and the level of concentration that we need is extraordinary. И, uh, in order to practice really effectively. Для того, чтобы практиковать действительно эффективно, нам нужен уже uh, по-настоящему высокий уровень сосредоточения. Not only do we need to have no mental wandering and no flightiness of mind and no mental dullness and an exhilarating state of mind. I mean, that's shamatha. Uh, нам нужно не только избавиться от uh, блужданий ума, от его подвижности и от притупленности и uh, обладать uh, таким радостным возвышенным состоянием ума и это как раз будет достижение шамадхи but what we need and be able to do that for four hours without any uh, interruption or degeneration of our state of mind uh, когда мы можем поддерживать это состояние 4 часа без каких бы то ни было uh, препятствий и без того чтобы наше состояние ума uh, переходило в упадок but The generation stage, we're working with imagination. The gross level of that is that we're able to do this, focused on all the details of all the figures in the entire mandala. And okay. that can be a lot of figures and a tremendous amount of detail. На стадии зарождения мы представляем одновременно множество различных образов в мандали и там много мельчайших подробностей. Все это нам нужно удерживать в уме. And When we are to uh, uh, the subtle level of uh, the generation stage, we are able to visualize all of this with all the tremendous detail in a tiny drop at the tip of our nose. So microscopically. And for four work hours perfectly.: and When мы работаем с нашей тонкой энергетической системой, нам нужно уметь все то же самое представлять в microscoп. каплях, например, на кончике нашего носа, точно так же uh, поддерживает сосредоточение <coughs> 4 часа. In parts of our body. И uh, некоторые визуализации огромные, размером со Вселенную, и одновременно нам нужно удерживать и вот эти микроскопические визуализации в разных частях нашего тела. You know, Например, у нас в сердце может быть какое-то божество, у него в сердце еще одно божество, у него в сердце еще одно божество, а у него в сердце полностью вся мандала божеств со всеми семенными а, слогами. И а, действительно а, такую визуализацию создать а, невероятно сложно. All the chakras and the channels and uh, with all the different letters on them so that you know you can really get precisely each little channel. If you can't do that and hold your concentration on that, it's hopeless to be able to actually manipulate the winds and energies in these channels. We need a laser-like mind to be able to move these energies. <laughs> способности представлять все это на стадии зарождения, то uh, совершенно безнадежно, что мы сможем на стадии завершения представлять все uh, чакры, каналы, все слоги, которые там находятся и uh, манипулировать, uh, управлять этими uh, тонкими энергиями. Uh, наш ум для этого должен быть подобен лазеру, настолько uh, сильной должна быть наша концентрация.. Particularly at a microscopic level, then either it's just a joke what we're doing with uh, chakras and channels, or you have no control over it, and so you really, really upset the energies in your body and do a tremendous amount of damage to your nervous system and your whole state of mind because the winds are completely upset in your body. <speaking> in <the language> и у нас нет ни сосредоточения, ни визуализации, особенно способности представлять все эти микроскопические детали, то наша практика с ветрами и каналами будет или шуткой, игрой, или мы просто не сможем удерживать наши энергии, они расстроятся, и это приведет к многочисленным

Uh, легкие, можем, uh, and we need discriminating awareness to be able to discriminate reality from fantasy. Without that, the understanding of voidness, etc., then big danger of just being completely uh, uh, schizophrenic, actually think that I'm uh, this deity. И также нам важно распознавание, то есть умение отличать uh, реальность от фантазии и понимать пустотность, потому что если у нас этого нет, мы можем... Uh, наша практика будет довольно шизофренической, мы будем действительно думать, что мы uh, божество. And identifying a really solid me with a solidly existing deity, we imagine it to be like that, и Если мы представляем, если мы отождествляем свое прочное я с этим прочным божеством, то есть мы думаем, что и то и другое существует вот таким вот прочным, изолированным образом, то это просто станет причиной для рождения в мире призраков или голодных духов в форме этого божества. So we have these three higher trainings on the intermediate level.

Well, it needs to benefit absolutely everybody. We are like a sun uh, with rays of uh, benefit going out to absolutely everybody. So we have to overcome already this uh, idea of favoritisms. So I only want to help this one and not that one. И, uh, развитие беспристрастности или равностности. То есть мы относимся ко всем существам одинаково. У нас нет любимчиков, мы не думаем, что я одним хочу помогать, а другим нет. Поскольку, когда мы представляем, что из нашего сердца исходят лучи света и помогают uh, другим существам, они, uh, подобно лучам солнца, приносят пользу без... абсолютно всем. Compassion, the wish for everybody to be free of suffering and its causes of suffering. Well, that's what we're trying to do with these visualizations of the lights going out and removing everybody's suffering and giving them happiness. So, if we don't have love and compassion as the emotional component of that, what are we doing? <laughs> нам, конечно, важны любовь и сострадание, то есть любовь, желание, чтобы все были свободны, чтобы все были счастливы и имели причину для счастья, сострадание, то есть желание, чтобы все не имели страданий и их причин. И если у нас действительно на эмоциональном уровне любви и сострадания нет, то тогда зачем нам делать эти практики визуализации? Without an emotional component, we're talking about non-disturbing emotional component love and compassion, если у нас нет этих эмоций, любви и сострадания, и здесь мы имеем в виду именно не беспокоящие эмоции, uh, то когда мы представляем, как лучи исходят из нас, возвращаются обратно, это будет uh, просто подобно uh, такому uh, проигрыванию фильма в нашей голове, и ничего такого особенно продвинутого в этом, uh, пожалуй, нет. Now, of course, lights going out represents you know our energy going out and benefiting others, lights coming back in represents you know bringing all the energy winds and things into the central channel dissolving it i mean there are many levels of uh, what these practices are intended for, but certainly need love and compassion. <laughs> Uh, они приносят uh, счастье и уничтожают страдания всех существ. Когда они uh, возвращаются обратно в нас, мы представляем, что uh, тонкие ветры растворяются в центральном канале. И здесь может быть много разных вариантов интерпретации, что именно символизируют эти визуализации. Но смысл в том, что обязательно нам нужно уже обладать любовью и состраданием. Individual enlightened state, which has not yet happened, which but which can happen on the basis of Buddha nature, and a lot of hard work. И будхи чита, то есть стремление достичь просветления, которое пока мы еще не достигли, но которое мы можем достичь на основе нашей природы и проделанной большой And I'm going to benefit everybody as much as possible when I attain this. И когда я достигну этой цели, я намерен принести другим столько пользы, сколько это возможно. <laughs> И uh, у нас есть намерение этого состояния достичь. So, in tantra practice, we are representing that not yet happened enlightened state of mind with this visualization of ourselves as the Buddha figure. Otherwise, what are we aiming at? I mean, what is the point of visualizing ourselves in this form? и в практике uh, тантры мы uh, uh, представляем uh, себя в форме uh, медитативного образа будды или божества которое символизирует именно uh, это достижение состояния просветления в обратном случае uh, какой смысл представлять себя в этой форме we also gen we will generate on the basis of imagining ourselves in this form we will eventually have this uh, um, our subtle energy system give rise to this form and eventually we'll be able to have our subtlest mind give rise to this form as a buddha И, uh, step также, by step представляя себя в виде, uh, этого образа Будды, мы стремимся к тому чтобы наши, uh, тонкие энергии, uh, so first the subtle this subtle energies they То есть сначала мы представляем, работаем с воображением. И сначала мы представляем, что эти тонкие энергии принимают форму этого божества, а потом действительно эти тонкие энергии представляют, они принимают эту форму точно так же, как и в во сне мы принимаем у нас появляется тело сновидения it's still within the sphere of и все это по-прежнему происходит в сфере сансары и конечно это зависит от, от той стадии на которой мы этой практикой занимаемся но тем не менее это пока еще не просветленное состояние определенно working with

as a way in which to attain our not-yet-happening enlightenment is representing that, then, as it says in the text as well, if you do this type of practice without bodhicitta, in other words, it's not representing enlightenment, our future enlightenment for us, again, it's just a cause for rebirth as a ghost in a samsaric existence in this form. И, как говорится в текстах, если мы представляем себя в виде uh, этой формы, но эта форма не символизирует для нас наше будущее, пока еще не случившееся просветление, uh, то точно так же uh, такая визуализация приведет к рождению в мире призраков или голодных духов в форме этого божества. И с развитием бадхичиты связана практика шести так называемых далеко ведущих состояний ума или шести парамид. So generosity, we need that. Make the offerings. We need to be generous. We're not just going to offer a little, we're going to and not just offer it to some. Be generous. Offer it to everybody. Help everybody. Make everybody happy. Uh, нам важна щедрость, например, когда мы делаем подношения, мы их делаем uh, всем и не просто подносим немного, а подносим все, что у нас есть, и мы не ограничиваем круг uh, тех, кому мы делаем эти подношения, подносим всем. And discipline. We've already discussed that. Necessity. Мы уже обсудили необходимость дисциплины. We need patience. This uh, practice is uh, going to take a long time. We have to uh, not get angry with it, not get angry with ourselves, but uh, Be patient, endure the hardships that are involved. Uh, нам важно терпение, uh, несмотря на то, что практика займет долгое время. Нам важно не терять терпения, важно быть терпеливым по отношению к самим себе и не гневаться. And perseverance, not to get lazy, to just continue. Good practice is definitely going to go up and down. That's the nature of samsara. So perseverance, I don't care. It's going up and down. I'm just going to И очень важно усердие, поскольку природа сансары в том, что все испытывает взлеты и падения, и иногда нам хочется практиковать, иногда нет, но мы говорим, несмотря на то, что иногда я чувствую вдохновение практиковать, иногда нет, я буду продолжать свою практику. mental stability sometimes referred to just as a concentration well we've discussed that uh, and discriminating awareness the understanding of voidness we spoke about that as well without that understanding the whole process doesn't uh, get rid of our samsaric existence and it doesn't get rid of the limitations of the mind that prevent us from being И последнее – это распознавание, о котором мы также уже говорили. Без него, то есть без понимания пустотности, мы не сможем избавиться от существования в сансаре и от наших ограничений, которые не позволяют нам использовать все свои качества для максимальной помощи другим, как Будда. We won't be able to really um, properly dissolve our ordinary appearance based on our unawareness. Uh, you know, our mental continuum generates that, and generate a pure appearance. We the vanity, we mind, and instead, pure instead, we will just be substituting. An impure appearance, by impure here, I'm meaning something that appears to be truly existent, that we believe is truly existent. We will just be substituting one that looks like our ordinary body with another one that looks like these multi armed and multi legged uh, figures. So, what you're doing is substituting one samsaric thing for another. Uh, if we don't have то просто на смену нашей нечистой видимости, а под нечистой видимостью имеется в виду, когда мы воспринимаем явления, как будто бы они реально существуют. И если у нас понимания пустотности нет, то мы точно так же, как у нас раньше были нечистые видимости, которые, как нам казалось, реально существуют, мы будем создавать чистые видимости, которые нам также будут казаться совершенно реально существующими. Все. We've seen with this survey that uh, all the various points of uh, Lamrim are really essential for being able to make our practice of Tantra effective, and uh, when they are missing, many problems come up. Uh, so we И мы увидели, что каждый из них помогает нам практиковать тантру более эффективно, И если у нас uh, не будет, uh, если мы пропустим тот или иной шаг, то это приведет к тем или иным проблемам. So even if we are already involved with doing some sort of uh, tantra practice, it's very important to work really hard on all these Lamrim points in order to improve our practice and make it more effective. Поэтому если мы уже занимаемся теми или иными тантрическими практиками, важно вернуться к этим основам, к различным этапам ламрима и работая над ними совершенно искренне и упорно, прийти к тому, что наша практика тантры станет более эффективной. У нас осталось 10 минут и возможно, у вас есть вопросы. У меня есть вопрос по поводу чувства раскаяния, потому что за свою жизнь мы, многие наверное, из нас, совершали какие-то серьезные проступки, поступки, которые не относятся к миру, но а более серьезные, которые действительно заставляли страдать людей, даже лишали жизни, ну, там, живых существ. И как вот, к какому, к чему это относится, к беспокоящей эмоции, это к деструктивному состоянию ума? С этим, как это что делать? Относили раскаяние к деструктивному состоянию? Ну да, потому что это же как, ну, если каждый день а вспоминаешь, опыт, вот ты снова печалишься, и э, начинаешь относиться к себе, и, ну, как думаешь, что я теперь вообще могу с этим сделать в этой жизни, как это Поскольку в прошлом Мы причиняли вред другим, совершили различные разрушительные поступки, убийства даже, возможно. И у нас может в связи с этим возникать раскаяние, печаль. И относим ли мы это раскаяние и печали, которое у нас может возникать каждый день, может приносить нам неудобства, к беспокоящим эмоциям. In our past we committed different actions, Uh, maybe even a killing of uh, some beings. and now we uh, sometimes uh, feel regret about it or uh, confession because of that. and it can bring us sorrow and distraction because it appears in our daily life. we think about these actions. and uh, in buddhism, from buddhist point of view, uh, do we regard uh, this uh, state of regret as destructive, as uh, negative, disturbing? well, regret itself is uh, not disturbing. it can be very positive. i mean, of course, we have to differentiate regretting positive things we've done and regretting negative things. so if we talk about regretting negative things, then there are two vari uh, variations here. one is with grasping for a solid me, and one is without that. И uh, да, конечно, мы можем сожалеть uh, как по поводу uh, положительных поступков, которые мы сделали, так и по поводу отрицательных. И uh, если говорить, конечно, о сожалении по поводу uh, отрицательных поступков, uh, оно может быть или с uh, беспокоящими эмоциями, или без, то есть или с верой в uh, реально существующее я, или без нее. Then we identify with the destructive thing that we did. I'm so bad. I'm a bad person. What I did was so terrible. And we feel guilt. We don't let go. Если мы, цепли... that is not, that's very disturbing. Если мы цепляемся за uh, прочное существующее «я», uh, и мы тогда отождествляем те отрицательные действия, которые мы сделали в прошлом с этим «я», мы начинаем думать «я плохой», у нас появляется чувство вины, и, конечно, это может быть очень беспокоящим. Uh, so uh, если у нас... no guilt, no Если у нас нет этого цепления за uh, прочное «я», мы будем просто сожалеть об о тех отрицательных поступках, которые мы допустили, и таким образом мы можем их очистить. Это на самом деле очень важный шаг для очищения этих поступков и при этом у нас нет чувства вины. Соответственно, это состояние не будет беспокойящим. So, и это важно, особенно это особенно важно в тантрической практике, поскольку а, частью ее является выполнение различных очистительных практик. Any other есть ли еще вопросы? Yeah. Для, для европейских буддистов самая большая действительно проблема является недостаточно глубокое понимание идеи перерождения. Как добиться вот этого понимания? То есть какие-то методы существуют для дополнительные. Uh, I think the most uh, difficult problem, if we are speaking about us uh, Western practitioners, uh, is uh, not uh, believing in rebirth, and uh, uh, how, what can we do in order to achieve uh, this uh, belief or convince, to, or to be convinced in rebirths. Well, with only five minutes left of our uh, meeting, having to vacate the room. Uh, I can't really answer that in uh, any sort of detail. Uh, no, this group, the next group didn't come yet. Still can't answer you in uh, great detail. Поскольку мы в три должны освобождать комнату, придет следующая группа. У меня нет времени, чтобы ответить в подробностях. And uh, so... Есть много различных логических логических доводов в пользу перерождения. Activity, Это связано с пониманием природы умственной деятельности, which the uh, которая uh, составляет поток нашего ума и пониманием, как один момент in uh, terms of a process of cause and effect, того, как, uh, другой, And uh, understanding then the uh, uh, voidness of cause and effect, uh, uh, which uh, then helps us to understand that you can't have a um, first cause, a beginning. Что помогает нам понять, uh, что у нашего потока ума нет какого-то первого момента, где он uh, начался, uh, поскольку он не мог произойти из... Uh, Uh, без причин вовсе или из причины, которая ему не соответствует, например, из какой-то материальной uh, субстанции. Понимание uh, того, что наш поток ума не может закончиться, то есть, что будет какой-то последний момент, за которым не послед за, uh, за которым не последует uh, следствие, когда мы умрем. And so, through a, uh, logical thinking, it just doesn't make sense that there can be an absolute beginning and an absolute end to a uh, the type of continuum that mental activity is <laughs> I mean there can be a beginning and an end of this body, but that's a different type of continuum. We have to understand mental activity uh, potok нашего представляет собой uh, такой continuum that может. Uh, иметь абсолютное начало и абсолютное конец, uh, в отличие от uh, нашего физического тела, которое представляет собой несколько другой uh, тип континуума. И, конечно, обрести такую убежденность займет много времени, это не просто аллилуйя, я верю. Um, we have uh, the experience of uh, knowing somebody in two lifetimes. I mean, I've had that experience with my teacher, that uh, very, very high Lama, Rinpoche Atuku, reincarnate, very, very close to him in his last lifetime, very close to him in the present lifetime. And so, in terms of uh, actual interaction with somebody, that's Uh, adds even more conviction. И, конечно, But most of us don't have that opportunity. мы можем быть еще более уверены, если у нас uh, есть личный опыт общения с uh, человеком, который переродился. Uh, у меня вот, например, такой опыт и есть. Uh, мой учитель, высокий лама, Тулку, Аринпаче, он uh, умер и переродился. И я был близок к, к нему как в прошлой жизни, так и в этой. Но у большинства людей, конечно, такой возможности нет. Because with that experience of somebody in two lifetimes, you have a much more realistic attitude, a realistic understanding of what rebirth means, and it's not, you know, exact clone going from one lifetime to another and staying the same. Absolutely not. And if we have such an experience of communicating with one person in two lives, then we will more realistically rebirth Uh, конечно, речь идет не о том, что это что следующее перерождение это абсолютный клон, абсолютная копия предыдущего. Это не так. Said, this, uh, the, uh, <coughs> и uh, также uh, это связано с пустотностью причин и следствий, но у нас, как я уже сказал, нет достаточно времени, чтобы в эту очень большую тему углубиться. So let's end here with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from all of this, may go deeper and deeper and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Uh, Итак, мы заканчиваем посвящением положительные силы. Uh, пусть uh, та положительная сила и понимание, которые появились в результате этого, становятся uh, глубже и глубже, и uh, пусть они будут причиной для достижения просветления ради всеобщего блага. thank you, thank you.